Я была сегодня на семинаре у Марии, и не передать словами, как я сейчас себя чувствую. Это такое наполнение, это такая радость изнутри. А еще сегодня мы гнули ложки, это не алюминий, это нормальная ложка. И вот такие вот чудеса можно делать руками посредством управления своей энергией, своими мыслями. Очень много зависит от мышления, как мы простраиваем, так и получается. Очень много было полезной информации и практик, и я сейчас немножко в таком состоянии полетном, что даже говорить сложно. Я второй раз прихожу и приду еще раз, потому что приобретаю уникальные знания, которые помогают жить, помогают решать довольно серьезные задачи, находиться в гармонии с собой, с миром. Я очень всем рекомендую.